Тимофей Григорьев, пожалуйста. Добрый вечер. Туман изорван, ветви, дождь и камни. Туман распнулся на ветвях креста, сползает, превращаясь в мягкий прах. И по стволам скользит он. Утром ранним туман от ненагретых скал отлипнет, тяжелую взвесью воздух укротит, от взгляда скроет мрамор мокрых плит. В нем в сумраке молочном глохнут ливни, в нем глохнут крики в этой мокрой взвесе, в тумане. Он снимается в крестов, с крестов в живую тишину. Туман готов твой грех принять, он сам избитый грешник. На камни сядь и бормочи в туман о тайнах и потерях, и весь обман, всю правду шепотом. Может, в виде песен в тумане отзовется голос свой, проснется эхо, зверь вечно немой, вкусить сокрытых слов сухую плесень. Чуть не рад, Тима, все, да? Ну хорошо. Нет, давайте еще. Если зал хочет, я еще. Мне все равно, знаешь, посмотри, как котенок. Да, мне все равно, если ты не хочешь, что тут стоять? Давай. Надо не спрашивать, надо делать, действовать. Тима, давай. Тимофей Григорьев. Хорошо, зал. Делать ему еще одно стихотворение. Тимофею Григорьеву. А? Еще, хорошо. Лариса сказала, да. Забудь подстрела яблони корзину. Оставь ее, и может редкий плод корзины дно плетеное порвет. И в тень корням поближе может сдвинуть. Забудь под длинным солнцем урожая. Забудь собрать их вороным серпом. И в семян их раскаленный дом не отбирай. Пусть сохнутся, сверкая иссохшим стеблем, янтарем, зерном, дождем, росой на яблони листках. Да червоточное, что здравствует в плодах. И верно то, что семя ни одно не прорастет. Что солнечный огонь другой природы, за ним легко ступает непогода. И в облаках густых упрятав рот, она дождем ласкается колосьем. Не веря, что конец, настала осень, и лето за собой не позовет. Хорошо, ну да, это я понимаю, у нас литературное объединение такое, литочтение такие тихие, замечательные. Андрей, что скажешь, Чуйков? Беспомощные тексты. Есть другие мнения у кого-то? Пожалуйста, Лариса. Ну, наверное, самый добрый приняла зрители сегодня, может быть, потому что я стихи не пишу и слушаю их другими ушами, но мне, например, второе стихотворение очень понравилось, поэтому я бы не назвала это беспомощным. Ты же не критик, а там этот критик сказал, нет, что... Нет, критики ты... это вообще самое страшное. Да, они, да, такие народы. Андрей, есть что сказать? Детская нигилистка. И меня ли? Да, да. Это уже не по-моему, кто. По-моему, второй стишок, это стих первоклассника. Слушай, стих первоклассника, знаешь, еще является чем? Бывает. Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты, это тоже стих первоклассника и прекрасное стихотворение. Структурированное и сбалансированное, а здесь и корзина, и какой-то плод, который ее не прорвет, и какая-то червоточина, перечисление слова почитали. А вот вы согласны, а вы тоже стихи пишете? Ну, так замечательно, а мы с вами не согласны. Спасибо, Тимофей Григорьев. Мне кажется, очень странно, если бы молодой парень писал бы с мудростью столетнего дедушки. Поэтому то, что он пишет как молодой человек, это совершенно нормально. Когда ему будет 70 лет, он будет писать так, как думает 70-летний, а он думает как свои, на свой вот юный возраст. Не знаю, сколько точно, но думаю, что очень. Лида, я же просил, когда Лариса говорит, переводи камеру на нее. Ну что ты сидишь? Ну, извините, Лариса. Нас молодец, потом... Тимофей, продолжай дальше. Ну вот, такое уже претендент, я так понял, на приз, один из, да?